Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Дни Гекаты в июне. Чего стоит опасаться в сатанинское время? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сатанинскими днями или днями Гекаты называют время особой опасности. Оно символизирует обратную черную сторону Луны. Ее энергетика порой разрушительно отражается на жизни каждого человека. Когда нужно быть внимательными и быть начеку? 9 луны сутки – это переход 7-8 июня. Пора без причины тревоги, фобий, чувства оголены, а нервы на пределе. Ночные сновидения несут темный подтекст. В этот день лучше повременить с принятием окончательного важного решения. Если есть возможность, лучше привести его в единение с природой или дома с интересной книгой. Однако зависать на негативных мыслях не стоит. Если заняться любимым хобби и быть терпимым к окружающим, это станет оружием от злых энергий. Следующий – это 15-й луны сутки, переход 13-14 июня. Влияние разрушительных стихий в разы возрастает. Люди, которые чувствуют в себе определенную силу, способны даже навести сглаз. Аккуратнее с мыслями и своими словами. Сны этой ночи часто вещие, в зоне особого внимания здоровье. Если заболеть 15 луны сутки, то долго не справитесь. Чтобы снизить проявление негатива, не лишне занять активную позицию в жизни, отстаивать свое мнение и не закрывать глаза на несправедливость. Следующий идет 23 луны сутки, это переход 22-23 июня. Эмоциональная пора, когда легко поддаться удручающим настроениям. Во всей красе проявит себя злоба, нелюбовь, зависть, недоверие к партнеру, ревность. Природная агрессивность на максимуме. Многие будут буквально идти по головам, отстаивая личные интересы. Для многих это окажется сокрушительно. Совет всем – держаться подальше от рискованных дел и не впадать в апатию. Даже если настроение не очень, нельзя желать окружающим плохого. Принцип бумеранга никто не отменял. И последний – это идут 29 луны сутки, это 28-29 июня. Наиболее критическое время по лунному календарю. Резко возрастает угроза ранений, аварийных ситуаций. Такие дни часто случаются серьезные катастрофы. Могут начаться эпидемии. Особая опасность грозит невнимательным, беспечным людям. Что касается важной информации, то ее надо фильтровать. Слепо доверять ничему нельзя. Только анализ, факты, а дальше уже принятие решения. Хорошо бы прислушиваться к голосу интуиции. Она не обманет. День лучше провести в приятном общении с семьей и детьми.